заходи. Ты звонил Егору? Да, да, он едет. Отлично. Надо будет к приезду шефа чем-то порадовать. Сейчас он нам скажет, где наши бабки и товар. Слышь, мусор, ну мы тебя по-любому пытать будем. Так что, может, ты сразу всю инфу сольешь, а? Только фуфло гнать не надо. Не буду. Ну вот и славно. Ну что тебе сказать? Пидор то гнутый. Ты думай, мусор, когда ты варежку свою открываешь. Так можно не дожить до приезда шефа. Прости. Что? Я не хотел обидеть твоего парня. Да ты что? Я не знал, что вы вместе. А кто из вас муж? Кто жена или меняетесь? Ясно. Судя по ударам, вот по девочке. Тихо, тихо, Грек. Ты не видишь, он сам нарывается. Чего ты ведешься на это? Ты чего добиваешься, мент? Где бабки наши? Я их потратил. Потратил. Все бабки за неделю. Ага. Прямо все. Прямо за неделю. Красиво живешь, мент. Слушай, а что ты купил, а? Расскажи. Грузовик Презиков. Чтобы мать твою отодрать. Что ты бормочешь, а? Принеси воды ему, а? Чего? Да ни слова, не понять, ну принеси. Я скажу. Деньги где?